Всем привет! Продолжаем знакомиться с описанием картин. Ангель Сарага. Картина называется «Дар». 1910 год. Холст масла. 180 на 220. В данном аллегорическом произведении Сарага изобразил согбенные фигуры старцев в плащах коричневого цвета и нежные полуобнаженные тела двух юных дев, у ног которых расположена корзина сочными фруктами, унылые немощные старости, противопоставленные красота молодости и плодородие земли. Композиционно картина разделена на две части. Объединяющим центром служит тяжелая виноградная гроздь, передаваемая девушкой старику, протянувшему руку. Вот такое описание картины «Дар» Ангеля Сарага. Мне удалось найти в интернете. Все, всем пока, всем привет. Узнали что-то новое, посмотрели картины. Пока-пока, до свидания.